Make sure you watch us and cheer for us. That's HowLotta.tv. Ну что же, еще раз всем привет, ребят, с вами StarLadder TV, с вами Вилат. На этот раз я один, Каспер где-то пропал без вести. Не дождались мы его, игра началась без товарища Каспера. Ну дай бог с ним, пусть отдохнет немножко. Мы с вами сейчас посмотрим игру турнира The Defense. The Defense... В стадии плей-офф, вы видели уже одну игру стадии плей-офф, собственно, это был матч между командами Natus Finster и Absolute Legends. Со счетом 2-0 выиграли Na'Vi и попали в финал виннеров. Сейчас мы начинаем смотреть сетку лузеров. Также здесь будут матчи идти у нас в формате Best of 3. И первых две пары это Western Wolves, французы, против Mouse Sports. Эта игра состоится 16.02. Ее для вас будет комментировать Каспер, потому что я на 3 дня уеду в славную Беларусь. 17.02 состоится матч финала виннеров между командами DD и Evil Geniuses. Этот матч тоже будет комментировать Каспер, потому что, как я уже сказал, я уеду в славную Беларусь. А сейчас мы посмотрим с вами... первый матч первого раунда сетки лузеров между командами Team Dignitas и бывшей командой Panzer, а сейчас Ariana-Gaming. Довольно интересная игра, скажем сразу, что победитель этой пары выходит во второй раунд лузеров, где встретится с кем-то из проигравших верхней сетки, то есть или с австралийцами, или с проигравшим парой DDEG. Проигравший же в сегодняшнем матче занимает 7-8 место на The Defense и уходит с турнира без ничего. Вилат картошку поедет копать. Да, Вилат едет копать картошку. В какой город едешь, Вилат? Вилат едет в славный город Гродно. Ладно, раскрою вам суперсекрет, где, скорее всего, буду сниматься в рекламе компьютерной игры World of Tanks для украинского телевидения. Я прям тупо, сука, суперстар. Вообще. Просто тупо, сука, суперстар. Копать картошку буду на камеру, да, и... Да им просто нужны были такие пьяные большие типы, вот как я, толстые, нормально, но вот они меня нашли. Все отлично. Почему бы и нет? Хорошая реклама. Попьем пиво вместе. Да нифиг делать. Буду выезжать в Гродно, скажу вам, так что... Все нормально. Вилат пароль в стиме спалил. Да, я быстренько спалил пароль, но тут же запрятал. Спасибо ребятам, которые зашли. Там вот вижу Мастер Йода, который сейчас в Мирке сидит. Он зашел, спасибо тебе огромное, что ты вышел. Как бы это круто. Когда люди понимают, что такое Вилат. Ты не будешь коммитить Dota 2 Celebrity Charity Challenge? Нет, не буду коммитить, потому что меня опять-таки не будет в Киеве. На тот момент. Скажи, где Na'Vi, когда они играют? Na'Vi на буткемпе в Киеве. Кто не знает, где я, отвечаю на вопрос. Ребят, как всегда, канал в Мирке V1LAT. Заходим туда, если вы смотрите трансляцию. Прям в плеере кнопочка есть чат. Под плеером тоже есть кнопочка чат. Туда заходим и так далее. Так что там вот мы и общаемся. Na'Vi, собственно, в Киеве на буткемпе. Они здесь собрались, ну, просто потому, что им захотелось собраться. Они собрались так, что вместе там потусить 2 недельки, попить пиво, потренироваться, поиграть. Тренируются в арене каждый день с 2 часов дня до 2 часов ночи. Так что приходите в арену, общайтесь с ними и так далее. Пьют пиво, играют в боулинг. Ну, грубо говоря, тимбилдинг у команды. Просто тимбилдинг, не ради какого-то турнира. Просто ребята собрались поиграть. Где вы в следующий раз можете увидеть на лане, это будет 18 марта в Москве, точнее в подмосковных Химках, будет шоу-матч. Na'Vi будут играть, а вот с кем будут играть Na'Vi, я вам пока сказать не могу, потому что сам толком не знаю. Так вот. Давайте уже ближе от Мирки к... игре. Итак, начинает у нас в этой серии Best of 3 за Radiant начинает команда Куроки, команда Ariana-Gaming. Наставлю еще раз, не Ariana-Gaming, не Ariana, которая вот эта из Барбадоса, тёлка с большими губами и сиськами, а из Ariana, это вот
не Риана, просто Ариана. Это Риана, которая говорит Ариана. Шучу, просто это Ариана-Гейминг. И играют они против румынов из команды Dignitas. Алекс Лив, Сага, Паску, Роки против Come With Me, товарища Фризера, Коко, Леона и Зу. Классная команда Dignitas, предпочтение отдают многие им. На стенке Willas Fan Page ВКонтакте я запустил голосование буквально 20 минут до игры. И 77%, 500 человек ровно проголосовало, 77% зрителей считает, что выиграют у нас как раз румыны из Team Dignitas. Посмотрим. Да, Inside вы про М5. Да не дам я вам никакой информации. Ну, М5 вы же все читали. Дима Смелый все у себя на сайте в комментах написал, что артстайла в команде М5 не будет. Артстайл продолжает играть с НСом, Годом, Санта и Дредом. Выводы, думаю, сделайте сами. Без каких-либо проблем, правильно? Нави на Старладере не играет? Играет, Нави на Старладере играет. Владушка, передай привет Харьков. Привет Харьков и привет Салтовке. Привет Дубасу отдельный. Вилат, полгода был на активе, знаешь, ты ушел на Кабриан, все же на Продотору не зайдешь, одна реклама. Можешь пару слов сказать о ПД? Не могу, потому что не заходил туда, но чтобы не соврать, довольно долго уже. Как бы сайт, пока не отключу свою рекламу, я туда заходить не собираюсь. Вот так. Я по-прежнему то, что сказал около 3 месяца назад, так и свое слово держу. Бесит меня просто-напросто реклама. И я уже объяснял, что проблема не в адблокере, который, конечно же, поставить я умею. Проблема в том, что из-за адблокера блочится также реклама на других сайтах. Например, Ownet, например, Twitch TV. И из-за этого я, собственно, зарезаю доходы свои и других комментаторов, так сказать, коллег по цеху, что есть довольно тупо. Какой у тебя ник World of Tanks? Киберарена, нижнее подчеркивание V1 LAT. У меня ник World of Tanks. Когда будет играть Na'Vi? Зайди, пожалуйста, на join.com, посмотри в матч-тикере, там написано, когда будет играть Na'Vi. Когда StarLadder? Скоро. Скоро. Что скажешь по поводу смерти Уитни Хьюстон? Ну, жаль, конечно, обидно. Я сначала не поверил, действительно жаль. Действительно обидно. Так, все. Жаль, что, конечно, никого нету сопами. В ZL13 есть, может, он там немножечко побанит типов Мирки, потому что я с Мирки, ребят, пока альтабуюсь, ну и поехали ближе к игре. Итак, Ариана Гейминг, Чен, Бланар, Тинкер и Сынкинг в бане. Ну, конечно же, Инвокер, Антимах, 2, по-моему, дефолтных бана в этой версии доты улетает в бан от Come With Me. С Лордаром ДК разбавляет он это все. Ну и берет Виндранер, Бруду, Биномансер и Шейкер. Интересно, интересно. В то время как у немцев уже имеется у нас Раста, Фурион, Разор, ЦМ и Энигма. Как будут стоять линии? В принципе, я думаю, понятно, что Разор будет с СМ-очкой. А внизу Энигма лесная, Фурион сложная. Или все-таки лесной Фурион будет и сложная Энигма соло Раста. То есть это два варианта возможных. Скорее всего, все-таки будет лесной Фурион, который будет выходить, помогать везде, куда только можно. И на нем, скорее всего, будет играть товарищ Куроки. Ну, хотя, может быть, и нет. Энигма пойдет сложный. Посмотрим. А вот сейчас нужно призадуматься парням с командой Dignitas. Потому что, как бы... Ого! Да ладно, Квапа на триплу.
Или это квапа в соло, и будет соло бруда, и будет трипла с виндранер шейкером и виномансером, например, в сложную против трип. Против даблы разор CM. Это, кстати, довольно круто будет, потому что виндранер, виномансер и шейкер такая сверхактивная трипла, я бы сказал. И может быть абсолютно все что угодно на этой трипле. Это факт. Ну что, поехали. Первая игра начнется вот секунды на секунду. Ariana-Gaming против Team Dignitas. Best of 3. Счет 0-0. И начинаем смотреть за этим матчем через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Итак, Алекс у нас играет на CM-ке. Так, пауза. Видите, где-то нету двух игроков, даже героев не выбрали. Эти Куроки еще не выбрал своего героя, не выбрал еще License Registration, бывший никнейм Куроки, сейчас он его поменял. Ну, понятное дело, зачем игроки меняют ники, чтобы их не находили в простых играх, очень сильно это бесит. И когда там тебя добавляют друзья, когда там даже ты играешь в пабе, вот когда ты играешь там против Дэнди, там, не знаю, моментально все его пытаются убить и так далее, это ж, блин, надо убить, потом заскринить, кому-то там отправить в скайп, о, Вася, я убил Дэнди. Поэтому игроки не особо любят там палить свои реалнеймы в пабах. Ну и что, просто за ними там не фоловились, не добавляли по 200 человек в друзья каждый день. Сага у нас играет на Энигме, Пас играет нас на Фурионе. Здесь Леон будет играть на Бруде, Фризер на Квапе. Каму из Мина Виндранер. Ну и Зу будет играть на Виномансере. И Кокороколокопоко. Рококо. Сосо, называйте как хотите, будет играть на Шеке. Ждем, пока доберутся игроки. Вам всем еще раз напоминаю, что общаемся мы на канале в Мирке V1LAT. Я ее читаю. Но в приват не отвечаю, поэтому можете мне не писать, потому что как бы открывать все приваты, кто мне пишет, это мне займет больше времени. Ладно, распишись у меня на пузе. Не, расписываюсь только на сиськах и на жопе. На пузе не расписываюсь, извините. Какая погода в Киеве? Погода в Киеве просто прекрасная. Минус 20. Не, минус 17 на данный момент. Более-менее. Я параллельно слежу за успехами Астон Виллы, на которую поставил денег против Манчестер Сити. Вот такой я нехороший человек. Так, ну ждем, и пока немцы ворвутся. Ладно, скажи, на какой улице будешь в Гродно? Ну откуда мне знать, ребят? Я без понятия, на какой улице я буду в Гродно. Я не знаю. На какой-то буду. Я ни разу не был. Почему ты называешь Ирку Миркой? Ну, привычно как-то называть мне Миркой. Я понимаю, что это ARC-чат, но программа, которую я использую для чтения ARC-чат, называется Мирк. И поэтому я называю ее Миркой. Как-то вот так, мне привычнее. Это так же, как и не называют люди там VIP Аська и так далее. Почему говорят, зайди в Аську, а заходит в VIP. Там, давай увидимся в квипе, а не в Аське. Ладно, неважно. Кстати, Наську я забил. И вам тоже совет. Куроки все же играют у нас на Разоре. На Фурионе Пас Лиф играет на Расте. Ну и давайте посмотрим, как же оно будет по линиям. Как же оно будет по линиям. Алекс побежал с вардами. Ну и здесь на перерез ему уже летит Камбузми, Рококо. Виномансер с Брудой. Виномансер куда идет, ставит центри варды у Бруды, что... Нет слотов, да, Бруды нет слотов. Фризер будет все же в миде у нас стоять против Расты. Тут ничего сверхнеожиданного. Вот Крип разведает, видит комбо Зми. Ну и Цемочка, конечно же, уйдет отсюда. Опа, отлично, Крип спалил момент, когда был поставлен вард. Цемка ставит свой вард. Ну и будет видеть, да, будет видеть. Если вот сюда зайдет, то будет видеть. Вот надо Крипа сюда отправить.
Вот, все, есть. Видели вард. Ну, не надо, не пались пока. Отлично, не палец пока. У нас Алекс. Камбо-змеи будет пытаться здесь на крыску что-то еще придумать. Нет, камбо-змеи убежал. Да ладно, вы смотрите, он спалил оба своих варда, куда он их поставил. Настолько четко, и здесь два варда у ЦМ-ки, она их разобьет. Отличнейшее начало от немцев. Ну, ЦМ-ка тут уже майндгеймзами переиграла товарищи камбо-змеи. Ну, кажется, сама не пойдет войду убивать. Вот Куроки, сейчас с ней, вот теперь поехали. Теперь поехали, главное, чтобы не закрывали спауны, и все будет хорошо. Ну и что, одна пауза от Алекса, ну что же это такое, а? Влад, будешь ставить на ЦСКА против Реала? Нет, не буду, потому что ЦСКА проиграет. Кстати, имеется 17 билетов на матч ЦСКА Реал. Не знаем, куда их девать. Мансити 1-0. Это плохо. У меня плюс один стоит. Еще один гол, и мне беда. Смотрим дальше на эту легендарную цемочку. Она сейчас должна поставить сентри хорошенький. Вот она тут делает вид, что ничего не делает. Надо и дождаться, чтобы ее не пошли перехватывать. Надо убивать этот вард. Ну что ж ты так тупишь-то, а? Ну и в итоге заблочилась все-таки крипспаун. Вот Сэмка разбивает варды. Никто ей в этом не помешает. В итоге здесь на 30 секунде таки заблочился спаун крипов, что есть плохо. А Курок у нас на линии против Камбо-змеи будет стоять Ирококо. А Виномансер будет здесь пулить в помощь Бруде. Я не знаю, зачем Бруде эта помощь нужна. Могла бы не пушить линию сама, было бы все хорошо. Лесная Энигма в своем лесу команды Ариана. Ну и Лиф Мидя против Фризера на Квапе. В принципе, все понятно. Ну, вот непонятно, куда тыкнула вард здесь ЦМ-ка, абсолютно непонятно, она же прекрасно видела, даже, по-моему, туда майковали немцы, что вард было видно, как ставил сюда товарищ Камбо-змеи, но почему-то затупил Алекс, и в итоге вот здесь вард будет стоять. Я думал, что все прекрасно он сделает, но он сделал не очень все хорошо. Ладно, поехала игра, сложная у нас Фурион. Фурион пока боится особо высовываться, потому что понимает, рядом Виномансер, могут быть беда. Конечно, на первом левеле, если вкачано ТП, а ТП пока не вкачано, лучше не лезть, потому что можно попасть под раздачу и будет очень-очень больно. Ну и вот пошли уже бенефиты с того, что был убит вард. Вы видите, ЦМ-ка делает первый пул. Твинранер, конечно, с шейкером помешали. Есть стан, здесь Энигма, и что? Будут обрезать сейчас камбо-змеи. Пытается на Виндране уйти, но Виндран-то закончится. Обрезает его, здесь Энигма. Сага без стана, уже со станом. Будет резать в другую сторону, Лококо будет его стопить. Нет, ну что же так, побоялись. Если побежали дальше, может быть, что-то получилось бы. Но почему-то побоялись. Могли бы поймать вот здесь камбо-змеи, если бы побежали прямо за ним. Но побоялись здесь немцы и упустили реальный шанс сделать фурсблат в этой игре. Так, где у нас Фризер? Фризер у нас чекает. Отлично. Фризер находит, тем временем у нас реген. Здесь стан от Рококо. Слово ЦМочки. Будет ли стан еще от Энигмы? Нету маны. Уходит спокойно. Здесь Рококо. Нет, не спокойно. 12 хп. Да ты что? Повезло здесь Шейкеру. Второй раз уже, я считаю, что везет команде Дигнитас. Почему Квапа, которая здесь брала реген, не пошла, например, сюда на помощь? Вот эту ЦМ-ку можно было бы убивать. Квапа возвращается на линию, будет продолжать фармить. Третий левел. Ну, третий левел побоялся, наверное, фризерить. Смотрим крипстаты. 10 на 5 урасты. Фризера 10 на 0. Бондарь. Нормальный никнейм. Final Moment. Видите, вот это вот еще глюки. Ники еще не поменялись. Перед игрой их поменяли, но сейчас еще... Нет смены ника. Ариана Razer Pass на Фурионе. Продолжает здесь стоять под тауэрочком. Ну и Алион с Виномансером сейчас будут его активно здесь подпушить. Ладно, тут в принципе ничего интересного не должно быть. Лиф отпивается у нас в миде. Да, и, кстати, вот с этими всеми двумя моментами мы ни разу не видели, чтобы прилетел Фурион. Хотя у него уже был телепортейшн, и мог бы он прилететь, помочь, но ни разу он этого не сделал. ЦМ-ка опять с Камбо-змеи здесь занимается такими короткими танцами. Камбо-змеи забирает. Ой, ЦМ-ка не попадает новый, бьет просто по крипам. Забирает маленького только кентаврика. Большого кентавра забрал КВМ. Ну и опять неудачно. Вот неудачно играют немцы. Это они пытаются создавать какой-то экшен.
А в итоге ничего они толком не создают. Хотя да, Камызми тоже как бы не особо фармит, ему надо бегать постоянно в леса. В то время фармит Разор, у Куроки уже 13-4 крипстат, 15-1 у нас у лесная Энигма, 14-5 раз, 17-4 квапа, так есть ганг в мид, нету ганга в мид, показалось. Решил свиномансер выходить. Квапа, отличный контроль. Вторая руна забирается также командой Dignitas. Ну, интересное начало. По фарму мы видим, что преимущество у Dignitas немножечко... Есть все-таки немножечко. Там 200 голды лишних у них нафармленных имеется. Ну, конечно, без ФБ, без товеров. Вот это все статы вот эти, конечно, до одного места. Это факт. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Лиф, пятый левел, фризер тоже пятый левел. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Камвизми слишком далеко зашел, нужно его здесь цеплять, уже начиная с колбы. Вот колба, колба от Алекса, на этот раз Камвизми не должен уходить, стан залетает, будет ли... Ай, отрезает Шейкер никак, Камвизми умирает, забирает Куроки. Ну, в принципе, там Шейкер никак бы не помог абсолютно, там в любом случае Виндранер бы умирала, скорее всего. И есть все-таки ФБ от команды Ariana-Gaming. Ну, загулял уже КВМ здесь откровенно, третий раз он туда пошел, два раза чуть не встрял, на третий раз все-таки встрял. Так, и виномансер в смоке, на лифа, палится, квапа прыгает с ДД, на развороте лиф, ну и сеточку, отлично, фризер оцепляет, минус один, ой, да ладно, неужели мог бы сделать минус два, не хватает маны, чуть не хватило, прилетает Фурион, закрывает, и есть, нет, все-таки отгрызает, вы смотрите, здесь дерево, очень четко отгрызает дерево, виномансер выживает, 2-0, опять слишком поздно среагировал Фурион, здесь он уже просрал два таура, пока... Непонятно, чем в игре занимался. Есть у него урна. Ну да, два таура здесь забирает. Что тут? Тут под ультом Куроки дерется с Камвизми. Связывает его. Камвизми умирает. Рукоко тоже умрет. Сейчас нет, не умрет. Не умрет. Вовремя ушел. Куро, если бы дрался, наверное, убил бы. И Бруда минус таур. 3-0. Единственный шанс для Dignitas. Хавает Бруда. Таура. За счет этих двух вышек, конечно, немножечко... Подберутся, так сказать, по статистике, по количеству фарма ребята из команды Dignitas к своим оппонентам. Две вышечки буквально на протяжении одной минуты забирает товарищ Dignitas Leon, и все нормально. Пока для них. Ну вот, видите, не особо этих... не особо изменяется графики за счет того, что... 3 килла у команды Ariana-Gaming, потому что 2 таура и по фарму немножечко лучше все-таки Dignitas. Разор, есть кольцо, есть тапа, кисть, 2 слиперса, 2 ветки. Смотрим на Энигму, Soul Ring, 2 ветки, 160 голды, попытка будет убить Бруду. Если здесь свет, света нету, Бруда палится, Раста выбегает. Ну и это просто выбежала сюда Раста. Фурион, урна, ветка и тангусики. У Лифа мы видим на расте банка, Boots of Speed, 2 портальчика, мантия и грейднутый Magic Wand. Ну и ЦМ-ка, одна веточка. Прошлись мы по героям команды Ariana-Gaming, давайте по Dignitas'ам. Бруда 2000, Soul Ring, 3 ветки, Базила, хилочка, более-менее, фризер, есть 2-0, тапок, банка, Magic Wand, цепляет его здесь, Раста успеет. Успеет уйти фризер, конечно же, или не успеет. Нет, не успевает фризер, вы смотрите, 4-й килл зарабатывает команда Ariana-Gaming. Я думал успеет, но все-таки очень четко по таймингу Лиф все-таки дал еще хекс. В конце минус очередной от немецкой дружины. 4-0. Интересно. Камвизми, тапок банка. Ну, у всех банки просто-напросто. У всех банки. Вся команда Dignitas просто с банками. Ну, шучу. 3 банки многовато немного. Не понимаю, зачем Виндранер покупать банку в сложной линии. Это вообще, по-моему, глупейшая идея. Шейкер берет иллюзию и идет сюда. Фурион летит на Камвизми! Камвизми! А нет, это не Фурион, мне показалось, что это Фурион сюда летит, а это был Фризер. Фризер кричит, нету даггера, отрезает Шейкер, Куроки должен включать ульт, его прошивает, и умирает Куроки. Толпища его там просто нашинковали, видите, 4 линии целых. Кажется, что там просто 2 трипл килла было. Я почему-то мне показалось, что сюда летит Фурион. Это была как раз квапа. Все-таки
играешь, когда с 10-цветной гаммой, намного приятнее. Но, как бы, тем, кому нравится, когда 10 цветов на мини-карте, я уже объяснял, что, ребят, проводились и опросы, ну и большинство людей все-таки играет с 2-цветной гаммой, и большинство людей привыкло смотреть доту как раз с 2-цветной гаммой, поэтому я и стримлю так, чтобы было удобнее большему количеству народа. Третий тауэр убивает Дигнитас, преимущество уже около 3000. По счету не проигрывает 4-1, но то, что проигрывает 4-1. Такой шекер встречает здесь ЦМ-очку. Да вы смотрите, что творит этот шекер. Куда побежал, и Никму не связывают. Клопа запрыгивает в толпу сюда. Разор минус шекер должен делать. Шекер, да, все-таки умирает. Здесь Клопа будет уходить. Повешен на нее банку. Здесь Фурион. Клопа пытается уйти. Тем временем Раста убил там Виномансера. Сзади Фризер. Пытается куда-то спрятаться. У него нету ТП. Будет разводить. Куроки с ультой. Фризер пытается отпрыгнуть. Энигма, станчик, давай, достаешь или не достает. Фурион ультует, Фризер едва живой. Кулдаун блинка скоро пойдет. Суэмка новая, и Фризер все-таки умирает. Все-таки умирает, блинк сделал, но умер уже после блинка. Казалось бы, до последнего. Брута, что делает тем временем Дигнитас Леон? Раста прибегает, здесь Таур уже почти живой. ТП летит сюда, наверное, убьет здесь Леона. Да, прилетает сюда Энигма. Энигма без стана, нет, все-таки со станом. Фурион тоже был рядом. Пол Таура сгрызла Бруда в тот момент, когда там продолжались мега-замесы. Внизу 7-1. Дигнитас проиграли там драку. Но могли еще немного потянуть. Как долго там бегал у нас Фризер, как долго он натягивал момент. Если бы еще немного, Леон бы забрал Т3 Таура. А там уже голые бараки, Разора находят, начинает его нашивать Дигнитас. КамВЗМИ связывает с деревом, Курок его не особо боится, у него 1 секунду еще до ульта, вцепился в КамВЗМИ. КВМ включает хосту, включает винран, убегает отсюда, нет, килла не будет. 10 минута, 7-1, класснючую игру мы с вами наблюдаем, товарищи. Напомню еще раз, турнир The Defense, первый раунд лузеров, формат Best of 3, Ariana-Gaming, Германия, Дигнитас, Румыния. Да, классная, конечно, пока игра. И посмотрим. Смогут ли Дигнитас, так проигрывая в счете, за счет Бруды, перевернуть игру. Куроки встречается с КамВЗМИ. КамВЗМИ без Виндрана сейчас. Нет, с Виндраном он связал. Куроки, но должен теперь перекачивать дэмэдж. Он на кулдауне. И Куро умрет. Нет, не умирает Куроки. Квапа убивает тем временем Расту в миде. В миде здесь продолжается драка. Зацепили еще Виномансер. Виномансер тоже, скорее всего, отъедет. Ставит он варды. Виномансер тоже отъезжает. Здесь все-таки... здесь все-таки Куро ушел, разбежались они с КамВЗМИ, счет 9-2, да, веселуха продолжается, но это самое главное, что ну, не надо отсюда уходить, так, ЦМ-ки, надо быть осторожным, потому что Брута может грызться, будет огромнейшие проблемы, здесь и Кристал Мейден, постоянно нужно напрягать в миде сейчас ребятам из команды Дигнитас, для того, чтобы дать какую-то свободу действий Леону, чтобы Леон здесь раскочегарился, у него, кстати, обливен став уже есть 1700, То есть до Малявлянса еще не так и много денег осталось. Алекс, без маны. Вот Разор сюда прибежал. Да, вот Куроки как раз вот эти паучки, это самое то, что надо. Учитывая, что есть первая всего аура уху, это плохо. Первая аура ЦМ-ки. Таур по миду будет падать. Ой-ой-ой, слишком рано прыгает Фризер. Воу, какой он лобок. Вот это да. Фризер Федочина, конечно, тот еще закрывает здесь Виномансера. Урна на него, Шекер рядом. Шекер не знает, кого станет. Виномансер все-таки ультанул. Ну, Виномансер вряд ли уйдет, еще две тычки ему, одна, вторая, нет, уходит он, Шейкер ульт просто Фуриона, Фурион разворачивается, Шейкер едва живой, станет Энигмы, Шейкер, минус Шейкер, урна Профета его добивает, КамВЗМИ слишком далеко, закрывает его Фурион, догонит ли он здесь Фуриона, прошивает, достает, но Фурион остается в живых все равно, где Бруда, Бруду прогнали, Бруды здесь нет, вот здесь Бруда есть, здесь нет рыбы, как кричал Яралаш когда-то, Бруда зато есть здесь. Ну и так как пришла она сюда и фиданула, вот в покере таких людей действительно называют рыба, но все-таки разменялся, хоть что-то полезное сделал. Паучками пытается загнать еще Алекса, Квапа! Вот он Фризер, здорово, братюнь! Что вообще происходит на этой карте? Разборки идут на каждой точке игры, Куроку пытается догнать КамВЗМИ, КамВЗМИ пытается уйти у Куроки, конечно же у него мувспид немножко получше, Фурион прилетает, одна тычка, еще одна, до свидания, КамВЗМИ доминейтинг уже Фуриона, Фризер в ответку сразу делает килл, начинает драться с Куроки, Куроки закончится ульт, здесь Шейкер, Куроки не уйдет, Шейкер должен его отрезать, Шейкер отрезает Куроки, даггера нет, 14 секунд кулдаун, банку надо отпиваться, Куроки улетит, но нижний собьет, не сбивает, все-таки рококо. Вот это экшен, 14-5, да дайте ж немножечко передохнуть. Вот это отдают вот эти пацаны. Вообще, ребята, жестокая игра, согласитесь, вообще. Такие разборки идут на каждом куске.
на каждой квадратной пяди игровой карты. 14-5, 9 фрагов преимущества команды Ariana-Gaming. Но по фарму, видите, пошли уже вот такие вот эти горы сиськи, более-менее. Не сильно уже проигрывают Dignitas. Забрали они все же 4 таура, в то время как немцы не забрали ни одного. 4 таура, 9 киллов. Так, сейчас мне нужно открыть дверь, я скоро вернусь. Я очень скоро вернулся, как и обещал. Я ненадолго отходил. Тавр по миду пушит команда Ariana-Gaming. А здесь бараки, они потеряют бараки. Надо лететь или не надо лететь. Тавр варды поставил Раста. В принципе, что здесь? Здесь есть одно ТП, здесь брудак вапа. Это Разор моментально тут пробивает очень сильно. Тавр падает, все, ушел. Фризер, ушел Леон, нормально. Тавр по миду не отдефили. Ну нормально, Т3 на Т1. Ну что нормально, плохо, конечно. Фризер, блинкаут, нормально, живет. 14-5 и голые бараки. Брудмазер дает, конечно, жару. Че не скажешь. Кому из ми, подпушил немножечко низ. Ну вот, сплит-пуш от команды Dignitas выглядит действительно эффективно. Вот я сейчас просто как вот этот пацанчик из перевода на Forest Gump выглядит эффективным. Вот пуш этот выглядит эффективным. Мои ноги нормальные и дэнди. Так, ну что, давайте еще экшена. Что это такое? Я вот 2 минуты назад у них попросил. Пацаны, успокойтесь, не надо успокаиваться. Ребята, нам вот такой вот экшен нужен вообще нон-стоп. За это мы и любим доту. Потому что это... Бывают такие игры, когда невозможно просто оторваться, но бывает, конечно, скукотища 70-минутная с 9 киллами. Бруда, 2 обливенстафа, еще один остался. Ну, то есть буквально 400 голды осталось до Аршида, товарищу Леону. ЗЗУ на Виномансере есть Брасер, есть Boots of Speed, есть 2 пачки вардов, есть Magic Wand. Виндранер здесь гоняет леса, мека практически готова, не хватает 225 голды, комбо из Миллиона здесь спалили, просветки прокликиваем быстро, есть у Энигмы просветочка, ну и здесь будет попытка дефить Тауэр, Фурион рядом, Шейкер уже здесь, Шейкер должен давать стан, дает стан, закрывает, отрезает Куроку от всех, здесь же Виномансер, Варды Расты не очень точные. Бруда вошла, комбо из ми здесь закрыли, должен включать ветран, не успевает, минус комбо из ми. Бруда вгрызается в Алекса, Алекс умер, отличный блэкхост здесь просто по одной Энигме. Ой, не по Энигме, от Энигмы по одной Бруде. Бруда, ну развернись, дерись, аж просветили. Бруда все-таки умирает, Разор, сколько дэмжа раздает ульт Разора. Ультанул Виномансер тоже скорее всего умрет. Рококо пытается уйти от Куроки, не уходит, остается комбо из ми, это будет минус 5. Come with me тоже отправляется в таверну. Нет, это не минус 5. В живых все-таки остался Фризер. Размен 4 в 1. Отличнейший размен для команды Ariana-Gaming. Ну, смогли все-таки нивелировать абсолютно все преимущество, которое добыли за счет Бруды. Парни из Dignitas, здесь немцы. Отличный блэкхол по Бруде. Абсолютно всю драку она просто стояла, получала тычки от облака над головой товарища Куроки. Ну и в итоге минус Бруда. Дальше сделать ничего не смогли. Квапа как бы продамажил, но не особо много. 19-6, 13 фрагов разница. И Ariana-Gaming продолжает вырисовывать вот эту сиську. Продолжает вырисовывать еще чуть-чуть. И она будет окончена. Ну, нам надо еще, чтобы в ту сторону пошла. Ну, будем болеть за то, чтобы нам команды сегодня нарисовали. Не, уже какие-то кривые получаются. Что это такое? Это уже не сиська, это уже непонятно, что будет. Эх, не, ну может она сейчас пойдет. Это будет просто выдающиеся сиськи. Ну, не знаю. Посмотрим. Итак, 18 минут игры за нами, счет 19-6. Поувереннее себя чувствуют, конечно, немцы. Куро, Перманс, Шилд, почти Вангвард. Ну, сейчас надо купить себе Вангвард. Опа, запалили Квапу, ну, Квапу попробуй поймай. Бруда без Малевлянца до сих пор без Малевлянца. Тауэр здесь будут пытаться забрать немцы, это будет 3-й Тауэр. И по Таурам счет станет 1, 2, 3, 4, 5... 3-5-3, ну там Т3 упал, Рококо на шейкере здесь пытается дефить, ну варты раз ты, конечно, тут ничего не сделаешь. Ну и пошел бы ковать Куроки, сейчас он уверен, ого, он все-таки не Вангвард купил, он купил Худ, у него было просто кольцо Виталити Буст, он купил Худ. Ну конечно, Худ здесь правильнее будет решение, потому что Виномансер, потому что Квапа, потому что тот же шейкер,
Вот и наблюдаем за этим персонажем. Здесь пусто. Есть ТП. Есть ТП. Есть ТП. Если это Фурион. Нет, это не Фурион. Это нормальный ТП. Да, это Разор и ЦМК, я так понимаю. Нет, Разор и Раста. Ну, можно было одного Разора. Есть ли свет? Света нет. Раста есть дагер. Будут пытаться без света. Нет, ничего не получится. Если свет, света нет. Прям стихами запел я. В этот чудный воскресный вечер. Прочекаем в Альтаве, какой у нас там ситуэйшн. 0-1. Не очень. ЦМочка. Magic Wand, Тапок, Брасер, Бруда. Есть Малявлянцы. Есть Малявлянцы. Малявлянцы так говорил когда-то, не знаю, помните, вот такого игрока из Норвегии, Нозг. Вот, с ним очень весело было всегда в Винтриле общаться. У него была любимая фраза «Лишь Войт Вин Тугезер» и «Оршидов Малявлянцы». Куроки. Худ, ПТ, на инту. Ну, кстати, видите, на картинке нарисовано, что на стрэнджу, а у него на инту. Фейл надо написать, товарищу АСО. Братью, браты, что тут фейлы. Ай, как эти паучоки рассыпаются. А за паучков дает экспу, а? Вот, блин, всегда задаюсь этим вопросом, дает ли за паучков экспу? Надо какого-то одного паучка посмотреть, дает ли за паучков экспу. Мне вот очень интересно. Бруда не вгрызается в кроки, потому что понимает, что вряд ли что-либо здесь получится. Так, вот и сейчас. Оп, паучки. Раз, смотрим. 1057 экспы. Блин. Не показывает, пацаны, дает ли за паучков экспу. И мы будем не знать. Будем думать и гадать. Так, успокоилась игра. 21 минута. Счет 19-6. По-прежнему в пользу команды Ariana Razer Gaming. Ariana Razer, прошу обратить внимание, что как бы это уже серьезно, если у организации есть Razer спонсор, это уже хорошо. Что как бы, если честно, я про эту организацию не слышал абсолютно ни хрена, где она нарисовалась и откуда она взялась, я не знаю, но я рад, что Куроки наконец-то вместе с пацанами нашел себе какую-то компашку. Раста, блин, ковала здесь за КМВЗМИ. Не точно. Итак, немцы готовы. Варды Расты, поехали. Бруда должна сейчас активно просто-напросто пушить линию. Тауэр нужно дефить здесь изо всех сил. Просто изо всех сил. Бруда поползла. Это такое. Бруда полз подзет. Есть глиф. Есть глиф. Никто особо пока не быкует. КМВЗМИ пытается связать. Связал. Куроки с Фурионом. Тауэр падает. Бруда уже очень близко. Дагер по Куроки. Ну и сейчас нужно бежать в спину, не давать делать тп-аут. Пытаться оттянуть максимальное время. Бруда грызет барак. Здесь, конечно же, есть глиф. Как много денег приплыло здесь. Куроки. Да, и счет по-прежнему 19-6. Забрали немцы четвертый свой таур в игре. По таурам счет 5-4. Бруда ничего не сделала. И в итоге отсюда просто-напросто с этой линии ушмыгнула. Ушмыгнула подальше. И решили убить сейчас Дигнитаса Рошана. Ну, по-моему, не хватит, пацаны, дэмэджа у вас сейчас Рошана убить. Ну, долго будете его бить, и если спалят эту тему немцы, они спалят. Вот спалили сейчас Фризера. И понимает, что приблизительно здесь находится команда Dignitas. Ну, вот нафига, вот сейчас вот это была вот идея. Это не очень круто, они его месить будут просто секунд 45, то и больше. Ну, хотя, вы знаете... Вот, есть инфа, но не идут туда, не идут туда. Ariana-Gaming, да, и Dignitas забирает такие Рошаны. Долго мучились, забрали. Бруда с Эггисом. Неприятно это, конечно, для Ariana-Gaming, но ничего страшного. Так, Дигнитас по миду пойдут. Будут ли что-то делать или будут стоять, ждать очередных экшенов от немцев? Немцы чувствуют себя уже очень уверенно. Есть пайп уже у Куроки. Есть ПТ, пайп, Виталити Бустер, Пурменс Шилд. Он уже бронячий до неприличия. Драма Фенджеранс купила себе уже ЦМочка. Энигменятка. Энигма начала делать уже БКБ. Мека ПТ есть. Остальные герои. Фурион, Медальон, просветочки ПТ, Раста, Дагер, просветки, БКБ тоже начала себе делать. И смотрим, что здесь. Здесь Куроки на топе. Будет ли бить эту вышечку?
До конца немцы нет, не будут. Куроки решил под тауром не стоять. 5 игроков Дигнитас уже летят сюда. Ой-ой-ой-ой, не задерживается. Камвезми бежит, понимает немцы, что запахло. Бруда рядом, Энигма! Не успевает уйти. На развороте, ну ничего не успеет сделать. Да, не надо тратить бэкхолл, минус Энигма. Ну, потеря одного бойца — это не самая большая проблема. Так что, все окей, шеф. Все окей. Жить можно. ПТ. Ну, ничего нового не появилось. Куроки так прощелкал. Думаю, что новое нет, вряд ли. Чего у него нового нет, извините. Что-то я подкашлянул. Холодно, холодно в Киеве. Холодно. Раста! Ой, а Расте это осталось 250 голды до БКБ. Вот это интересно. Бруда продолжает здесь грызть. Бруда угрклап имеется. Разор, вы видите. Ага, паучков надо отводить, потому что для этого братью нет самый кап паучки. Очень много курок. Интересно, паучки идут в крипстат, если я не ошибаюсь. Да, 134 на 7. Понятно, что тут с паучками. Уже 140. 140, 139 ровненько так идут. 144 Queen of Pain, 150 Бруда. Немножечко побольше у Бруды. А, крипстат, ну а вообще по деньгам, вы видите, до нуля дошло вообще преимущество. Могло быть намного хуже. 5000 было преимущество, и даже в какой-то момент Дайер вышли вперед. Но опять они успокоились, и Team Dignitas понемножечко график склоняет в свою сторону. Склоняет график, вот это да. Dignitas Leon. 15-й, так, разор, продолжает здесь фармить, и грызется в него Леон, вгрызается Леон, здесь очень много народу на Куроке, влетает, связали его, начинают бить, боже, смотрите, какой он живучий, Виномайзер ультует, Куроки умирает, все-таки Куроки, и что, ЦМ-ка тут тоже встряет, ЦМ-ка, да, никуда не уходит, минус 2, Dignitas Leon на Брудмазер, делает даблкил, отлично, внизу Фризер пушит Тауэр против Фуриона, вот это может попахивать камбэком. Ну, хотя, вы видели, что преимущество по деньгам было. То, что есть преимущество по киллам у команды Ariana-Gaming, это ничего не значит. Вот сейчас, 36 секунд, Куро, без байбека, это минус бараки могут быть. Раста, Defensive Wards, конечно, она поставит. Где эта Квапа? Почему она здесь? С Аганимом Квапа, что она здесь делает? Фризер какой-то потерянный, как не в себе сегодня играет. 20 секунд до того, как появятся Куроки. Должны быть варды уже от Расты. Нет, не ставит. Ну и не особо летят пока бить этот барак. Что, ждут, что ли? Могли убить барак. Залетает Камвызми, Энигма. Нет, все нормально. Стан по Камвызми. Лив с блинка. Камвызми, варды. На него умирает здесь КВМ. И что, еще кого-то или нет? Нет, больше никого. Долго ждали Dignitas. Надо было сразу. Надо было активнее. Что делает? Что делает Виномансер? Что он вообще делал, этот Виномансер? Непонятно. Минус Виномансер. Куроки забирает килл. Да, здесь, конечно, затупили румыны. Ого-го. Так плотненько. Они зашли и стали здесь стоять. Чего вы здесь стоите-то? Зайдите, бейте барак. Их же четверо. Ну, побоялись. И в итоге, видите, момент очень сильно потеряли. А Куру покупает ультимейт орб. Энигма, до БКБ еще много. Раз-то уже с БКБ мы это видели. Фурион тоже ультимейт торп до Хикса, 800 голды, отлично. Фризер, Аганим, БКБ будет через 1000 только. То есть еще довольно долго. 28 минут игры прошло. По-прежнему впереди ребята из Ariana-Gaming. Разница 12 фрагов, 21 на 9. По таурам они пока проигрывают, но только за счет вот этого потерянного ТТ. Только за счет потерянного ТТ, вот это я сказал. 4 таура забрали, они 5 потеряли, но сейчас, наверное, сравняют они счет по таурам. По деньгам очень близки команды друг к другу, 43 на 44. 1500 это, конечно же, не разница. Так, Куроки, прыгает Фризер.
Немножечко разгоняет. Всем скримом. Раста! Раста цепляет фризера. Фризер без блинка. Надо пытаться его сбрить быстренько, пока не будет у него блинка. Хекс по фризеру. Виномастер утонул. БКБ. Раста по-прежнему. Фризер. Шекер отлично врывается с блинка, но кастует вдвоих всего. Там пайп от Black Hole. Здесь это Энигмы. Затягивает комбо из ми. Затягивают также Виномастер. Виномастер умирает. Комбо из ми пытается уйти. Разос за ним. Хекс здесь от Расты. Минус комбо из ми. Фризер пытается что-то сделать с Растой, но Раста берет его здесь в Шеклс. Ну и куда ж ты то, что бросаешь-то, пацана? Решил Кура здесь улететь. 3 в 3. Хорошая была драка. Вообще четкая была драка. Но все равно бросил Куроки братюню, мог бы драться до конца. И Фризер донает Тауэр. 25-12 счет. Нет, не 3 в 3. 21 был на 9 счет. Стал 25 на 12, то есть 4 в 3. 4 килла сделали ребята из команды Ariana-Gaming. И всего 3. Тремя ответили им Dignitas плюс Tower. Правда, Tower за Denine. 29 минут 17 секунд сыграли в этом матче команды. Куроки, Куроки, Курокай. Продолжает фармить. 2000 у него. 2000 у Куроки. Не умирал. Давайте по личным статам глянем. Алекс 2-3. Лип 7-3. 8-2 у Куроки. 3-3 у... у Энигмы и 5-1 у Паса на Фурионе. Камузми 0-7-5. КВМ 0-7. 4-6. 4 у Фризера. 0-4-5 у Рококо. У Леона 6-2-2. 1-6. Ага, вот. Все, дал нам инфу ДХ. Я так понимаю, тоже Тоби задавался этим вопросом, почему... И что там произошло, и мы узнаем, что Квапа умерла сначала, да, потом выкопилась, вернулась в драку в натуре. Просто этот момент, видите, я никто не заметил. Так, ЦМочка на развороте, Шейкер здесь прыгает. До свидания, Алекс. Есть килл от КВМ, хотел сказать. Нет, не от КВМ, Виномансер забирает килл, КВМ по-прежнему остается вместе с Рококо у нас нулевыми, то есть 0-7-0-5. Есть здесь Хекс в Леона, есть просветка. Шейкер рядом спасает Леона, но Раста в БКБ ставит варды, Леон все же умирает. Второй раз будет его убивать, чем нет, второй раз не будет чем убивать. Ну хотя почему, закрыл бы все-таки Фурион, попытались, может быть, как всего забрали через варды, через БКБ. Забрали Эгис. Ну, нормально, нормально. БКБ, бруды. Уже один раз заюзаны. Что у Фризерка? У Фризерка 400 до БКБ своего. Разор. Разор 2800. Где Фурион? Когда у Фуриона будет Хекс? У Фуриона есть уже Хекс. Тю, я-то думаю, как здесь два раза хексовали. У Фуриона есть уже Хекс. Это хорошо. Провтыкал я опять момент покупки Фуриона Хекс. Ничего страшного. Фризер. Иллюзия Куроки. Не дают ему толком фармить, но вот особо и не мешают. Куро пытался там что-то украсть, не получилось. Come with me. Quarterstaff, рецепт на форстаф. Ну да, еще ж нужно 1000 нафармить. Тяжеловато ему дается, конечно, игра. 13 левел, 0.7. 0.7 и 6 ассистов, правда, хоть что-то, да? Аркан Бутс и Мека имеется банка. Ну а так не совсем, все остальное хорошо. Диггинсы понизу будут пытаться забрать этот тауэр. Рококо рядом на сейве, на случай чего, если сюда будут нападать парни из Ariana-Gaming. Просто ульт Фуриона залетает, есть первое ТП. И это Энигма, 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 Энигма без даггера, Энигма без даггера. Поэтому бояться не стоит. Фурион, Шейкер, отличный стан. Даггер тоже такой более защитный. Ну, если честно, просто не попал здесь. Товарищ Виномастер не успевает составить его здесь Энигма, да ладно. Раста, блин, Хекс, отлично, минус Виномастер. Зацепили Виномансера, все-таки убили. Виномансер утонул. Здесь Камвизми. Ну зачем Камвизми-то прибежал? Встрянет же. Встрянет же. Нет, Сэмка слишком далеко. И Камвизми не успели перерезать путь к отступлению. Выходит. В итоге КВМ отсюда просто-напросто убегает. Брудак резет разором. БКБ. Мансует. Ой, просветочка отличная. Закрывать его надо. Почему что не закрываешь? И уходит ли он? Фурион. Почему не закрывал? Неясно. Поставил бы его просто-напросто в спрут, а там бы закончилось БКБ и уже допинали. Не мог прокликать, ну что БКБ, это какая разница, с прутом-то можно закрыть все равно, если сильно постараться. Леон, 19 левел, кстати, ничего нового после БКБ не покупал, но имеется уже 2500 голды, 33 минута. Разница по фрагам 26 на 13, то есть в два раза преимущество у команды Ariana-Gaming.
Но все равно не ясно. Ну вы смотрите, что тут происходит. 53 тысячи на 53 тысячи 600. Разница в 600 голды на 34 минуте. Вот это да, вот это ровненькая битва идет. Что здесь? Здесь ЦМ-ка у нас Энигма с Фурионом подпушивает. Рядом уже Рококо. Близко также Виномастер. Здесь, вы смотрите, Квапа на Куроке вдвоем. Фурион прилетает, Куроке включил ультимейт. Квапа, БКБ, смотрите, убили Бруту. Фризер пытается дамажить. Фризер, ты что, братю, ничего у тебя не получится. Прыгни сейчас за Куроке, пытается крикнуть. Кричит, не попадает, все-таки убивает его. И сам же уйдет. Закрывает Фурион. Будет ли урна? Будет ли урна? Урна надо на Фризер. Нет, Фризер просто. ТП-аут. Отлично. Тут подрался Фризерок в спину. Виномастер на двоих. Рококо умирает. Сага здесь. Блэкхолланд. Разворачивайся, вешай Блэкхолл. Что делать? Нет, просто уходит. Алик, здесь Фурион на развороте. Почему? Почему не было Блэкхолла? Сейчас бы всех убили. Недонемцы. Какие они галимые. Это борода. Ладно. Лиф. Тоже подтягивается в эту толпу. Кому возьми, побежал бы ковать. 7 раз ему мало, решил еще раз умереть. Нет, все-таки разворачивается. Форстаф, ну да, с форстафом его уже не убить. Раста, спалили. Виномастер тупо на нее идет. Это иллюзии. Понимают парни из Дигнита, что это иллюзии. Раста вот стоит здесь приныканная. То, что она отсюда не ушла, тоже должны понимать. Ну что, варды есть, но ничего сделать не могут. Рядом абсолютно все. Куроки еще по-прежнему в таверне. Куроки по-прежнему в таверне, Монтастайл у него имеется. Что есть хорошо, Раста БКБ и Point Booster после БКБ тоже есть. Пытался мид прилететь, Фурион что-то сделать с Фризером. Не хватает сайленса, не хватает станов, чтобы законтролить Фризера. Вот сейчас он становится все толще, толще и толще. И как бы надо пытаться и Бруду как-то убивать, и Фризера, и сделать это очень тяжело, потому что та инвизная разжирается, ее постоянно нужно держать в дизейбле как-то. Ну и Квапа, Квапа тоже, блин, прыгает, не поймаешь, дизейбл тоже нужен, но слишком много дизейблов не имеют ребята из команды Ariana-Gaming. Очередного Рошана будут пытаться забирать Dignitas. Получится ли у румынов? ЦМ-ка, оп, камбы змеи, не, так дело не пойдет, не отдаются, так, Квапа, Квапа будет туда лететь, да, будет, да есть что, а куда ТП, ТП придет сделать на третий или сюда на второй, Квапе надо дальше сплеш-пушить линию, да, все, отогнали, вот отогнали, и надо сейчас провоцировать драку, надо провоцировать драку парням из Dignitas, ну, вот, потому что вот эти вот крипы, они зайдут сюда, если будет драка. Ну вот это не этого не делать. Фризер, куда летит? Летит на базу. Фризер, что покупает? 2000, что ты купишь? Продал, купил ТП, купил ультимейт орб. Молодец. Красавелла, братюня, все, пошла атака на Рошана. Нет, еще не пошла. Да, все, пошла атака на Рошана. Побежали сюда тринты. Вот, тринты видят Бруду. И здесь же и Далон, и здесь же и все. Здесь очень много чего. Пам-парам-пам-па-па-пам. Фурион улетел. Ну, обещал вернуться, так сказать. Ну и позиционка на Рошане. Да, веселый кусочек игры все-таки, что не говорить. Так, поймали здесь Фризера. Фризер успеет ли убить? Здесь же разор. Блэк Холл должен уйти. Фризер или нет? Фризер, БКБ, блин, каут. Все, минус Блэк Холл. Шейкер дает стан. Раста поставил варды. Отличный ультимейт с ультом от Фризера. Просто невероятный. Тут все у него получилось, ЦМ-ка устраивала Новый год, Энигма умерла, Бруда сгрызет все-таки ЦМ-ку, Куроки тоже может не уйти, нет, Куроки уйдет. Так, закончился у Бруды Блэк Холл, Лив пытается мансовать, за ним Леон, минус, даблкил делает Бруда, триплкил точнее делает Бруда, ну и тут Куроки надо быть очень осторожным. Минус еще и Фурион, ультракил Бруда, нет, Шейкер не отрезает, я уже понадеялся на Рэмпейдж, вот и все, ребят. Как хорошо все начиналось для немцев и как печально все заканчивается. Непонятно, что они здесь сделали, как они здесь по одному поумирали. Но сейчас будет минус Рошан и вот этот вот график продолжает там рисовать. Это как один из этапов Тур де Франс, профиль трассы. Вот, да, это вершина первой категории и так далее. Красавцы. Минус Рошан делают ребята из Dignitas. Проигрывают они по-прежнему 28 на 18 в разнице фрагов.
Но по игре мы уже чувствуем преимущество у румынского коллектива очень серьезное. 4300, покупается Eagle Song, скоро будет Butterfly у Леона, ну и будет не очень весело. Точнее, будет очень не весело, а не очень весело. Как перестановка одного-то слова все меняет. Будет не очень весело, будет очень не весело. Шейкер у нас на топе, не фармит. Оставляет весь этот фарм Бруде, которая туда просто потопала. Да, тут много фарма. И можно дальше идти по этой линии просто до конца. В миде собрались ребята из Ariana-Gaming. Будут ли они что-то предпринимать или же забьют? Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Игнитас Фризер. Есть ультимой топ, есть 1300 сверху. Он выжил в последней драке, в него всадили абсолютно все, что можно было всадить. Там был и Black Hole, и Rasta с БКБ. Но в итоге все равно пережил всю эту дискотеку товарищ Фризер. И в итоге поубивали абсолютно всех Дигнитас. Что задумали немцы? Немцы задумали забрать что-то. Что? Топ, что ли? Или что они задумали? Просто пойти без Фуриона. Фурион прилетит. Фурион покупает демонэдж. Серьезный Фурион. Решил демедж раздавать. Молодец. Хекс есть. Дальше будем дамажить. Ну что, отличный план. А что ж тут еще собирать? Непонятно. Вот то, что бабла не оставил на байбек, это плохо. Хотя я думаю, он все быстренько нафармит. Там один ультимейт, и бабло на байбек уже есть. Фурион здесь против Фризера. Ой, какой неудачный ульт от Фризера. Вот это да. Ну, ему все равно, у него есть аганим, у него кулдаун 40 секунд. Правильно же, 35. Тот 35. Пишет на Sonic Wave, а с аганимом там в разы меньше, правильно? Правильно, тут не пишет, сколько это будет с аганимом. Ну, ничего страшного. Кристал Мейден, левел 13, фармить все леса, драм ПТ, варды, 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 больше ничего не надо. Продолжаем смотреть график, полетело опять вниз в сторону Дигнитаса после последней драки. Итак, спалили здесь Куроки и ЦМ-ку. И Виномансер, Даггер должен попадать, Даггером попадает по Куроки, Куроки успел себя сбросить, нет, не успел, ультимейт залежает сюда, Бруда, Алис пытался кастануть ультимейт, у него, конечно, это получилось, и в итоге он ушел, но Куроки... Уроки умер. Уроки умер, ЦМ-ка тп-аут на хату. Очень лоу хп-шная, но тп-аут на хату все-таки после ульта Виномансера успела сделать. Ну и сейчас однозначно пойдут до Баракова. Возможно, две линии не заберут точно, но бараки вот здесь по нижней линии, по верхней линии, точнее, надо забирать ребятам из команды Dignitas. Они пока без крипов, надо крипов дождаться. Бэкдорить смысла абсолютно нет никакого. Бараки ты не забэкдоришь. Ну, тут пытается Фурион как-то дэвид давить в барак, какой реген, просто с дурдом. И надо ждать крипов, как возьми здесь. 48 секунд, кура! Умерла, умерла, кура! Фризер, БКБ, здесь Сага заходит, не знает, в кого кастовать Black Hole. Есть Black Hole, по двоим более-менее нормальный стан от Шейкера, отличный просто, но убивает все-таки Леона или не убивает. Там же Аэгис, БКБ заканчивает, здесь Рококо прыгает прямо сюда. Куроки через 30 секунд будет, появляется Бруда, надо сгрызать эти варды, сгрызает варды. Камвизми, минус Энигма, тем временем сделал, наконец-то, братюня, первый килл, молодец, тащи, завези капусту, 1.79 ассистов, хоть что-то полезное он сделал. Фризер, киллинг спри, забирает еще одного, трое мертвые, ну и в итоге появятся Куроки, все равно будет тяжело что-либо сделать, да и два живые все после этих вардов. И дальше пытается дефить как-то Фурион, варды. Виномансера дамажит, так прыгает на Шейкера сюда, лиф, и умирает Фризер прямо под него, Профет забрал Шейкера. Ну, хоть один барак они заберут или нет, жив уже Куроки, сейчас должен сюда прилетать просто с включенным ультимейтом и пытаться что-то сделать. Будет ли глиф? Вот он, Куроки, есть глиф, Леон в хиксе, Куроки бьет его, вцепился, высасывает у него дэмэдж, Куроки получает также от троих, грызается здесь Леон, у нас Фуриона, Куроки все-таки отъезжает здесь. Да, минус Куроки, Бруда, минус Фурион и минус 5 в исполнении команды Dignitas. Падает сторона, счет 29-24, в счете они до сих пор так и не догнали своего оппонента румыны. Но сторону потеряли. Зачем этот байбек? Ну уже типа все равно, да, поэтому и байбек. Я понял. Понятное дело, что две стороны бы не смогли снести Dignitas, потому что как бы стоят Т2 Тауэра и здесь, и здесь. Ну вот, решил Фурион байбекнуться. Ну, молодец, умничка, красавчик.
потратил там лишних тысячу с копейками. Это хорошо. 44 минуты. Баттерфляй. У Брудмазер 2200 лишних. Что ты ждешь? Что-то он тебе ждет. Думает. Пацаны, пацаны, что Бруде тарят, а? Опа. Ультимейторп. Надо же было так долго думать, чтобы купить ультимейторп. Вторую ТП-шку. Денег же хватало все равно. Виномансер с пайпом и с тапком. Кому из ми, герой. Потому что сделал первый килл драки. 1.7.11 у него, 2.7.13 виномансера. 1.6.11 у шейкера. Это ровненько, как идут шейкеры. И рококо, кому из ми. 1.7.11, 1.6.11. Как братья родные, сговорились пацанчики. Ну, кому из ми тут все прилечненько. Потому что вы видите, у него уже ультимейт торп. Вот, прискакал к нему братюня его. Но по-прежнему игра не закончена. Да, слабее, да, намного слабее. Но по-прежнему игра не закончена. Да, слабее, да, намного слабее сейчас Ариана Гейминг, но все же шанс есть всегда. Не стоит про это забывать. Раста, БКБ уже 5-секундный. Есть форстаф, есть дагер. Куроки, ничего нового не есть. Талисман of Evasion забегает сюда. В Леона. Фризер тоже близко. Что, будет ли навязывать драку сейчас Дигнитас? Ну, они бы этого, конечно, хотели. Линия пушится. Им надо, чтобы еще нижняя линия пушилась. И вообще было бы все просто в шоколаде для них. Но не знаю, будет так или нет. Итак. Разор. Разор. Ворвался. Здесь же Энигма. Энигма бежит в толпу. Поставили строем под Black Hole. Отлично. Рококо просто умирает здесь. Также Виномансер умирает. Не успевает. Успевает ультануть. Виномансер его выхиливает. Ценка. Новый год. Разор делает даблкил. Вы смотрите. Минус 3 делает Ариана Гейминг. Как не палевно. Просто-напросто пешком зашла Энигма в толпу. Дала блэкхол по трима. Если бы был дагер, они там вообще в толпе стояли. Фурион догоняет Камвизми. Камвизми себе пробивает дорогу. Здесь же рядом. Раста, раста. Фурион. Ну, толкает себя еще Камвизми. Да, и в итоге уходит. Что? С крипами по миду. Брудмазер без байбека. Шейкер без байбека. Виномансер без байбека. Вот это да. Вот это прикол. Вот это прикол, товарищи. Да, я говорил, что немцы тупые. Оказывается, румыны тоже не особо обдаренные личности. 32-24, разница в 8 фрагов. Есть глиф, 48 секунд. Ультимейт здесь от фризера, только по крипам. Ну, чё ж вы боитесь? Чё вы боитесь? Фризер прыгает на сагу. Бейте вы его, здесь же шейкер. Шейкер в двоих, как подставился здесь Куроки. Сага должен выживать на развороте. Здесь БКБ, есть хил. Лиф не знает, что делать. Сага умирает. Лиф цепанул шейкера. Шейкер тоже умер. Камвизми продолжает драться. Здесь же Виномансер. Будет через 27 секунд бруда. Виномансер, дагер по двоим связал. Отлично, Камвизми спас. Всё-таки, блин, это вообще борода. Я бы просто-напросто был бы... Просто-напросто тренером бы этих команд. Я бы их поувольнял всех к чертям собачьим. Хреново играет и одни, и вторые. Но из-за того, что обе команды играют хреново, экшен получается классный. Это как разборки, не знаю, Ярославского Шинника и, не знаю, Нижегородского Торпедо. Типа две очень хреновых команды. Хрен знает откуда, но типа игра же должна быть интересная, потому что они одинаково хреновые. Извиняюсь, если зацепил чувство фанатов Ярославского Шинника. Привет Слэму. Просто мы не вчера пришли к выводу, что это худшая команда в истории футбола. И Слэм с этим согласился. Опа, Куроки поймали. Ой, бедный Куро не успевает сделать ТП-аут. Вы смотрите, минус Куроки. Киллинг Сприм сбили. Как он здесь оказался? Байбек есть. Байбек есть, можно не переживать. Байбек есть. Чудеса на виражах продолжаются. Итак, на Дигнитас Леон. Пушит Тауэр не спеша. Тихо ножками шурша. Виномансер здесь же рядом. Кому из Ми Леон. 48 минут уже игры. Кому из Ми убивает Т2 Тауэр. Здесь еще один остался. Что у нас делает на топе Фурион? Непонятно. Летит сюда. Смотрим количество денег. Байбеки будут у... Так, Разор сейчас придется. Все-таки делает байбек, наверное, Кура. Или дадут,
дадут просто, дадут Куроки дождаться и оставить еще один байбек. 1300 Энигма, 2400 Профета. У Профета кулдаун уже прошел? Да, прошел. Прошел уже кулдаун у Профета, так что сможет он сделать байбек в любом случае. Хекс купил КВМ, да откуда? Камвизби мог купить Хекс, непонятно. Забирает Т2 Тауэр. Radiant's middle tower has fallen. Куро жив. Дали дождаться Куроки до появления своего. И что? И сейчас просто уйдут. Они будут ждать третьего Рошана, что ли? Да, они будут ждать третьего Рошана. Эти товарищи. По вардам побежали. Но под смоком. Это шанс, пацаны, это шанс. Чувствую, где эта Энигма. Дайте ей даггер кто-то, запульте ее на даггер. Если она просто один раз прыгнет, эти же дебилы, они же всегда вместе стоят. Это ж румыны. Они друг друга в беде не бросают. Так, вот здесь Куро запалился. Все здесь, Бруда, в БКБ, в кого? В Расту, Раста тоже в БКБ. Отходит Виномастер, ультимейт, Энигма! Энигма, правда, подвоим. Ай, лол, как бы третьего зацепить, было бы очень круто. Леона убили очень быстро, новый гвоздь здесь от ЦМ-ки. Убили также Виномансера, Шейкер в толпу тоже умирает. Это 3 в 0, и Фризер без БКБ не знает, что делать. У него нет ульта, ультует, ни по кому не попадает. Боже, какой он ретард. Фризер сейчас тоже умрет, скорее всего. Фризер уходит на лоу хп. Очень лоу хп у него было, он все-таки успел сделать ТПЛ. Come with me в таверну, 4 в 0. Что творят эти дебильные немцы? Это фантастика, как можно выигрывать такие игры. 37-27, до 50-й минуте Куроку делает 3 килл на Разоре, но надо кому-то лететь уже на базу, потому что крипы на их базе. Это еще далеко не конец. Все самое интересное еще впереди. 49 минут, 40 секунд. 0-0. Ариана Гейминг. Продолжаем наблюдать. Куро по миду. Ну сейчас надо точно забирать. Сейчас надо точно забирать мид. Есть только один фризер. Купил Шиву. Хороший артефакт. Очень хороший, я бы сказал. Для фризерочка. Или Рошана. Ну там третий Рошан. Ну думайте быстрее, что вы тут рожаете так долго. Идти по миду, идти на Рошана. Идти по миду, идти на Рошана. Расту они ждут. Раста без вардов. 30 секунд. Через 30 секунд будет у нас также Бруда. Зацепили Фризера. Да ладно, Фризер, БКБ. Но оно 5 секунд. Делитесь. Ультимейт Сага. Живи, Фризер. Прыгает. Блэкхол. Говорю, Блэкхол, БКБ. Последние секунды. Фризер в таверну. Плюс 525 за Unstoppable. Как же Сага вовремя включил БКБ, когда уже скрим юзанул Фризер. Шейкер, стан по Куроке. Куроке посрать на этот стан. Ну, заходите, 5 секунд, Бруды, Варды, Расты, где? Не ставь, рано. После этого можно поставить, пока дождаться, пока появится Бруда, и поставить уже на бараки. Вот, есть ТП от Бруды, Варды, Расты, Зизу забегает сюда, ЗЗУ, точнее, не Зизу, Зизу, Зидан прям перепутал, сейчас он умрет, умирает, цепанули-ка в ЗМИ, Раста, заканчивается БКБ, вгрызается Бруда, здесь Сагу, Сага умрет, умирает Сага, здесь Фурион пытается драться как-то. Как-то, то что делают эти варды? Они вообще ни хрена тут не делают, бьют просто крипов. Бей бараки, Вася. Грызи барак, Мидранер умерла. Бруда отсюда просто-напросто подальше убежала. И бараки по миду команда Ariana Gaming просто сносит. 41-28 счет, четверо мертвые. Надо забирать топ, надо забирать низ, надо забирать все. Потому что один Леон живой. Нет, они просто идут по миду, правильное решение. Целых 30 секунд, не сможет никак продержаться Леон. Нету глифа, пытается что-то сделать. В цемку тут не вгрызешься, есть ли просветки? Если просветки, нету просветок, есть сентри вард, но его не поставишь, потому что падают товара. Сейчас можно поставить вард и на 100% себя обезопасить от поражения в этом матче. Да ладно, Ариана Рейзер, команда из Германии в главе с Куроки может сейчас выиграть эту игру. Буквально несколько секунд, падает трон. И жив только Шейкер, он сейчас прыгнет, но что же он сделает? Что он сделает? Тут пацаны под пайпом, Леон в БКБ, вгрызается в Куроки, начинает ее бить. Шейкер ультанул по крипам, получил тут же хекс от Лифа. Максимум дэмиджа в него въехало, второй хекс по Леону. Здесь же Виномансер пытается тянуть ЦМ-ка, устраивает Новый год. Минус Леон, Куроки, минус ЗЗУ, Unstoppable Куроки, 44-28 и за 50 с копейками минут. Панзер Дота или Ариана Рейзер Гейминг выигрывают этот матч. Вау! Вау! Охрененная игра была! Что не говорите, facebook.com/livdota, если вам понравился чувак, который играл только что на Расте. Играл он очень хорошо. Игра была очень четкая.
и только первые в этой серии. Напомню, до двух побед сегодня идет этот матч за выход во второй раунд сетки лузеров. Это StarLadder TV, это VLAB, и вторая игра начнется буквально минут через 10, а сейчас короткая пауза, и я к вам вернусь буквально через минут 8-10. Все будет круто.